Сегодня 20 марта 2020 года. Самое начало коронавирусного карантина. Но на площадке солнце, потому можно заниматься на свежем воздухе вместо спортзала. Что я рекомендую всем сейчас делать. Не засиживаться дома, выходить на улицу. Площадок хватает. И делать упражнения. Отжимания, подтягивания, приседания, бег на месте, планки. Обилие просто не перечесть. Хорошего дня и хорошего просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Пишите в комментариях, всегда приветствуется.